В областной администрации открылась выставка к 75-летию освобождения Орла. Свои работы представили Анатолий Костянников и Гиви Калмахилидзе. Посмотреть на картины пришел и в Рио губернатор Орловской области Андрей Клычков. Все районы буквально пропитаны патриотическим настроением и подготовкой к празднику. И, как Анатолий Горелов сказал, лучше любых слов скажут картины. И Орловщина – земля, которая воспитала огромное количество писателей. Но у нас на земле работают такие замечательные люди, как Анатолий Гаврилович, Гиви Дмитриевич. Первая выставка в этом году была в январе месяце в музее. Я показывал большой проект, и все-таки мы победили. Вы, наверное, все помните. А этот зал к празднику, я тогда еще сказал, что к празднику мы выставим, может быть, в меньший размер экспозицию. В экспозиции представлены графические и живописные работы, объединенные темой Великой Отечественной войны. Выставка является частью масштабного проекта «И все-таки мы победили».